25 мая, Турбазовский, бывший Турбазовский пляж. Люди уже купили. Вот бывшая музыкальная школа. Сейчас из нее кафе сделали. Летнее. Пока сезона нет, еще закрыто. Это вот пляж, который раньше назвали мы напротив рынка. Это еще фонтан для воды стоял. Тогда он, этот рынок еще был напротив школы номер 2, когда. Этот переулок ведет к сторону аптеки. Старая вот эта, известная. Голуби на пляже загорают. Со стороны заднего двора администрации построили гостиницы, вторая еще строится. Видите, с тигровой шкуры уже десятки лет, никак побороть льва не может. Вот фундамент маяка, который был в Кабулете раньше. Остался фундамент. Многоквартирные жилые дома, это которые напротив кинотеатра на набережной. Волнорезы. Дети играются на берегу. Вот справа пятиэтажка напротив кинотеатра. Это уже на набережной гостиницы построили. Это участок, где раньше полиция была. Его постоянно смывало в море. А здесь уже гостиницы настроили напротив него тоже. Бамбуковая беседка вот в этом по. И гостиницы ждут отдыхающих. Река Ачква здесь впадает в море. Когда я был ребенком, эта Ачква здесь река текла, а потом ее в трубу положили. Здесь раньше мост был, вот, над, вот где дом стоит, там. Это уже пляж напротив Кинтриши уже большой. Дорога, с которой Гелоурские сюда на пляж ходили. Напротив, справа больница. Вот лестница эта. И вот пляж, который сейчас еще ждет туристов. Пляж очень большой. И песок, и гравий. Можно посмотреть, как пляж он идет. То мелкий песочек, то крупный гравий. Первые купальщицы. Вот рыбак. Кинтриш.
Вот улов рыбака. Барабуля. Крупная такая. А вот сам рыбак. Сейчас пойду к тому, к той недостроенному дому отдыха, еще в Советском Союзе не достроили. Оттуда сниму хорошие виды. Нравится мне сочетание. Вот рядом горы заснеженные и сразу море субтропическое теплое. Это район железнодорожного вокзала. Это строящаяся церковь около вокзала. Только сейчас обнаружил вон объездную дорогу, оказывается, вот вокруг Кабулети, которая будет идти на Тбилиси. Вот она. И весь турецкий транспорт туда пойдет. Вон продолжение этого моста через Кинтриши, и за Кабулети вон дорога уходит. Вон где вышка железная, там рынок находится. Слева это. Кинтриши течет, впадает в море. Вон железнодорожный мост.